Дорогие мои друзья, с Новым годом! Вот сказала и подумала, а почему обязательно новым? Желать в новом году только новое. А почему бы не сохранить то старое, что все-таки, может быть, было хорошим, важным, значительным, замечательным в нашей жизни в этом году или в предыдущем? Что-то же было. Кто-то любил, кого-то любили, кто-то родил, кто-то что-то сотворил, кто-то что-то написал, кто-то что-то увидел такое, что не видел никто. Но всего этого, наверное, не перечислишь, что могло бы быть. Поэтому я хочу вам сказать, берегите то хорошее, что было, надейтесь на то хорошее, что еще будет, а главное, не бойтесь, ничего не бойтесь. Жизни не надо бояться. Новый, старый, будущий. Бояться не надо. Единственное, что надо, оставаться людьми, чего я нам всем желаю. Всего вам самого хорошего.